начали! Темновато, да? Вы только живете под этой толщей камня. То есть как? Живем и живем. Над Арзамаром сверху целая гора. Смотри, что я нашел. О, вернулись проведать. Чудесно! Просто чудесно!
Теперь нам лириумного песка хватит надолго. Спасибо за помощь. Вот, держите. Устройте фейерверк темным бестиям. Сенешаль Верил вас искал. Пожалуйста, пройдите в тронный зал. Подождите минутку. Эй, командор! Надо поговорить. Ты видишь сны? Это такая особая штука для серых стражей? Почему мне про нее никто не сказал? Знаешь, вот этот сон скрутил меня без правой и без левой. Во сне я видел одну из тех раздутых, измазанных блевотиной маток, и у нее было лицо Геспид. Ты же помнишь Геспид? Там была Бранка, и она прошептала: «Пора!» А Геспид завопила, и из нее хлынула добрая 1000 порождений тьмы. Кому ты это говоришь? Порождения тьмы окружили меня и начали со мной говорить. Спрашивали, не хочу ли я лимона к чаю. И еще не могу ли я научить их читать и писать. А один все время твердил: где малыш? Вот на этом я и проснулся. Мне снятся и другие сны про порождение тьмы. Там много темноты и всякого шепота. Но этот сон самый страшный. Спасибо, что выслушал. Не беспокойся. Я буду держать язык за зубами. Может, мне лучше где-нибудь... Можно я скажу, что ты классный? Ты классный. Нет, ну, в самом деле, когда за мной пришли храмовники, ты запросто мог решить, что я не стою хлопот. Ну вот, оказывается, стою. А поскольку хлопот от меня обычно уйма, значит, я должен быть тебе благодарен. Когда ты забрал меня в рекруты, я решил было, что попал из огня да в полымя. А оказалось, что быть стражем не так уж плохо. Все равно, что погулять по парку с порождениями тьмы. Щедрая ты душа, бесконечно признателен. Словом, вот, я подумал, что об этом стоит сказать. Спасибо тебе большущее за все. Чем могу быть полезна? Конечно.
Чем могу быть полезна? Конечно. Чем могу быть полезна? Вам что-нибудь нужно, командор? Ты же мне заплатишь, а? Ну, за то, что я ради тебя задницу надрываю. Жалование. Да, это хорошо, да. А что такое жалование? Деньги. А вот это словцо я слету понимаю. Вот это сделка. Вы меня кормите? А я вымещаю досаду на порождениях тьмы. Ладно, это... А можно мне лошадку, а? Пони! Ух ты! Все вертится. И ты тоже прям сияешь. Так, мне надо посидеть. Срочно. Надо кого отдубасить? Только намекни. Ух ты! Никогда в жизни столько книг не видела. А это не варский роман. Пикантный, судя по картинкам. А что такое антиванский молочный сэндвич? Ой, кажется, поняла. Лучше положу обратно. Я вообще только одну книгу прочла. Меня читать Варлан научил, друг мой по легиону. У него она одна и была. А теперь вот его нет. Он был из знати, из дома Волной. Я так и не узнала, почему он угодил в легион. Он не сказал. Смерть косила моих друзей. Я знала, что он тоже погибнет. И старалась сберечь и его, и свою жизнь. Варлан, он искренне принимал философию Легиона. Ну, что мы уже мертвы. А я не могла смириться. Спасибо. Я думаю. Ох, надо браться за дело. А то доберутся до меня порождения тьмы. А я еще не все прочитала. На поверхности с порождениями тьмы драться легче. В ясный день их видно за несколько лиг. Я как-то слышала об одной штучке. Как же она называется? Вроде бы подзорная труба. Мой друг Варлан рассказывал, что если враги далеко, в нее их все равно видишь, словно они рядом. Это правда? По-моему, просто магия какая-то. Оптика? Для меня это то же самое, что магия. На глубинных тропах порождения тьмы выскакивают словно из ниоткуда.
Труба, говорят, от этого помогает. Надо хоть разочек поглядеть, пока я на поверхности. Не пора ли идти дальше? Порождение тьмы сами себя не перебьют. Всем встать! Идет страж Командор и законный повелитель всего Амарантайна. Я откладывал это сколько мог, но вы имеете право вершить на своей земле Верховный суд. Надо разобраться с кое-какими придворными делами. Согласно традиции, каждый проситель сам изложит вам свое дело. После этого я дам вам совет, а потом вы примете решение. Синишаль башни тоже может вершить суд, если Эрл так прикажет. Садитесь. Первым страж-командор выслушает дело пастуха Алика. От имени короны подтверждаю, что Алик похитил 2 бушеля зерна, предназначенного для гарнизона в Амарантайне. Будучи схвачен солдатами, он во всем сознался. Наказание за кражу казенного имущества – смерть через повешение. Что ты желаешь сказать, Алик? Моих овец перебили порождение тьмы. У меня семья умирала с голоду. Я прошу милосердия, командор. Просто милосердия. Бедолага. Укради он неказенное имущество, отделался бы плетьми. Спасибо вам. Спасибо. Следующее дело серьезное. Данелла, солдат башни, самовольно покинула пост и была схвачена в 3 лигах от него. Она обвиняется в дезертирстве. Даже в мирное время наказание за это – смерть. Я несколько раз просила старого капитана освободить меня от присяги. Порождение тьмы слишком близко от хутора моих родных. Я нужна им, милорд. Я не потому ушла, что струсила. Ты запятнала бесчестьем всю башню. Думаешь, у тебя одной семья в опасности? Гарнизон из-за нее на ушах стоит. Данелла прекрасный разведчик, но дезертирство может развалить армию. Командор сказал свое слово. Следующее дело гражданское. Леди Лиза Пактон – владелица Таэрного холма. Она... Предпочитаю говорить за себя сама. Рэндон Хоул, прежний Эрл, мне кое-что обещал. Некоторые обещания он изложил на бумаге. Мне было дано право на доходы с Южного моста. Чем же ты так подсобила Хоу в его делишках, чтобы получить столь ценный дар? Я сэр Деррен, и она покушается на мою землю. Землю, которую у меня отобрали, потому что я был из тех немногих, кто выступил против Тейрна Лагейна. Командор, сэр Деррен наш союзник. Не так много людей в Амарантайне, которые искренне вас поддерживают. Если хотите приобрести новых союзников, следует судить беспристрастно. Этот мост построил мой отец. Ну да ладно. Я вам верю. Командор сказал свое слово. Решение принято. Заседание суда Эрлингов закрыто. Смилуйся надо мной, Создатель. Дальше, надеюсь, будет полегче. Не дурно, право. Не дурно, право. Чем могу быть полезна? Конечно.
Я это сделаю! Да. Гром-погром! Да. Да. Нагово дерьмо. Где он? Я знаю, он здесь. Кликни-ка его, страж. Ты мне мхом глаза не завешивай. Огрен, а ну волоки-ка сюда свою волосатую задницу. Да повесься ты на своей бороде, женщина. Это чё, супружеский визит? Ищешь Огрена, чтобы смазал старое колесо? Посмей только пальцем меня тронуть. Ты и так немало в жизни глупостей надел, но чтобы стать стражем? Ты же сама говорила, что это будет круто. Тогда мы играли. Слушай, я же не с бухты-барахты записался в стражи, верно? Ты меня выставила. Да ты просто искал повода. Ты все время пыталась превратить меня в кого-то другого. Ну не могу я, как тебе хочется, изображать примерного семьянина. Я только для одного дела гожусь, Фельзи. Убивать. В армии тебе было хорошо. Тебя там уважали. Фельзи, я наконец-то решил образумиться и... Теперь мое место только здесь. Ладно, Огрен, поступай как знаешь. Придется уж нам с малышом как-нибудь без тебя обойтись. Ну, бабы... Все равно ничего не выйдет, только трепку получу. Фельзи, конечно, малютка, но удар у нее, убойный. А уж в таком настроении она первым делом нацелится на мои бубенчики. Пойдем. Порождения тьмы ждут не дождутся, когда мы их прикончим. Надо кого отдубасить? Только намекни. Командор. Надеюсь, они будут более удачливы, чем сэр Махаири. Я все подготовлю. Отныне и впредь ты серый страж, Сигрун. Да будет так. Хороший выбор, командор. Она вот-вот очнется. А не пора ли присесть отдохнуть? Надо кого отдубасить? Только намекни. Надо кого отдубасить? Только...
Намекни! Вам что-нибудь нужно, командор? Почему ты вообще захотел стать серым стражем? Если найдете границ, сразу идите сюда. Выпивший. Даже не верится, что ты выжил на посвящении. Что, неужто надрался и поспорил на пиво? Угадал? Твой череп с первого удара проломлю, спорим? О, а спорим, я тебя перепью и не сползу под стол? Спорим! Сделаю! Я знал, что ты пробьешься сюда! Ты уже продал ту штуку, что я тебе дал? Она так себе, но надеюсь, тебе заплатят хорошую цену. Я? Нет, я в полном порядке. Ты же не думаешь, может, я пойду? Я знаю. Ты уже продал ту штуку, что я тебе дал? Если где-то и впрямь есть создатель. Я... Ты уже продал ту штуку? В лесу по сырости скользко. О, кого я вижу? Ну и как оно там? Порождение тьмы кишмя кишат? Слава Создателю! А то Мика отсюда шаг ступить боится с тех пор, как эту штуку потерял. Простите, не хожу никуда без счастливого копытца. Спасибо, что нашли. А теперь мы пойдем, пока порождение не нагрянули. Всего хорошего. С вашим влиянием вы могли бы помочь всему городу, а вы убийца, и только. Мне нечего вам сказать. Мне нечего вам сказать.
вы вернулись. С какими вестями? Я здесь. Позволь мне сказать, сэр Гном, что в бою... Это шутка? Меня тогда только один раз проняло, от неожиданности. Нет, это... Это был комплимент. Ага. Не привык я к ним. Не понимаю, почему. Твои таланты... Ладно, ладно. Теперь, кажется, понял. Почему порождение тьмы не уходит? Говорят, это серые стражи специально устроили, чтобы десятину сознать и собрать. Мне нечего вам сказать. Приветствую, страж-командор. Говорят, эти болота когда-то были обитаемы, но однажды все жители пропали. Ой, боюсь, держите меня! Come on.
когда я был маленьким, отец мне рассказывал про черные болота. Он говорил, что там всех погубила злая ведьма. И это было как раз перед восстанием. Словом, выглядело все загадочно. Никто так и не узнал, что там случилось. Как только появились чудовища, болото забросили. Я все мечтал, как приду на черные болота и наведу там порядок. Наивный мальчик. В общем-то, да. Если бы мне кто-нибудь сказал, что я в итоге попаду сюда, я бы над ним посмеялся. Но времена меняются. Пока я был в Киркуоле, думал, что вернусь в Ферелден и стану командовать отцовским гарнизоном. А теперь я Серый Страж. Воюю с порождениями тьмы и демонами. Забавно. Ох, боюсь, тут мало кто с нами согласится. Так или иначе, нас ждут проклятые болота. Мило. Маг, значит? Ну и каково это, быть магом? Знать, какая мощь собрана в кончиках твоих пальцев? Нет. Везде в юбке ходить, что ли? А, так ты, стало быть, не знаешь, почему маги носят мантии? Ты ведь знаешь, какие в круге строгие правила? Конечно, знаешь. Так вот, в мантиях гораздо проще обжиматься в темном уголке. Ни тебе пуговиц, ни шнурков. Не успеют храмовники сцапать парочку, а дело уже сделано. Неужто? Да спроси, кого хочешь.